25 июня на стадионе «Самара-Арена» впервые сыграет сборная России по футболу. Ее противник – команда Уругвая. Среди тысяч российских болельщиков будет и школьник из села Малая Малышевка Кинельского района. Антон Михеев – капитан сельской футбольной команды и талантливый математик. Игры турнира смотрел только по телевизору. Попасть на трибуны даже не мечтал. Однако за два дня до начала матча он получил билет на стадион и паспорт болельщика. Об удивительной истории в нашем материале. Эта история – маленькое футбольное чудо. Антон Михеев, ученик Маломалышевской школы, с самым народным видом спорта увлекается давно и всерьез. Он капитан школьной команды, и даже его аналитические исследования посвящены самой популярной игре на планете. За чемпионатом мира парень наблюдал только с экрана телевизора. Мечтал попасть на трибуны стадионов первенства, но считал это несбыточным. О заветном желании школьника узнал учитель информатики. Осуществить, казалось бы, невозможное помог глава региона Дмитрий Азаров лично. Через интернет написали в приемную губернатора вот на сайте и буквально получили через, наверное, 3-4 дня ответ. Я получил вот на свой электронный адрес. Хочется поблагодарить главу региона Дмитрия Игоревича Азарова за то, что он дал возможность моему ученику посетить предстоящий матч чемпионата мира по футболу, который будет проходить у нас в Самаре на стадионе на нашем «Самара-Арена». Теперь на трибуне «Самара-Арена» за сборную нашей страны в матче с Уругваем Антон будет болеть, как и тысячи счастливых российских фанатов. Уже получая паспорт болельщика, подросток все же не может поверить в случившееся. Я чемпионат мира как раз смотрел, первый тайм закончился. Я не помню, какой точно матч. Тут мне звонят, говорят, вот так, сказали, подъедем. Я такой, ну что, на чемпионат мира поеду, тем более на Россию. Это, ну... Любой, наверное, мальчишка мечтал бы съесть на чемпионат мира, когда он в твоей стране, в твоем городе. Предстоящая игра для маломалышевцев – настоящий праздник. Они готовят флаги, свистки и другую атрибутику. В прогнозах не единодушны. Учитель предсказывает ничью, ученик верит только в победу. Руслан Шарипов, Алексей Вельмискин. Новости губернии.